Военная прокуратура Северодвинского гарнизона возбудила уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела инспекции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью внутренних войск МВД России. Он подозревается в получении взятки. При проведении ревизии проверяющим командиру войсковой части 3918 в Коряжме были предъявлены требования о покупке ревизору планшетного компьютера. Вместе с гаджетом военнослужащему в служебном кабинете передали чехол, защитную пленку для экрана, карту памяти общей стоимостью больше 20 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, получения должностным лицом лично взятки в виде имущества за попустительство по службе, совершенное с вымогательством взятки. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет.